Всем труня! Сегодня вас ждет несколько необычный ролик. Дело в том, что сегодня четверг, 6 августа, завтра, следовательно, будет 7, пятница, и будет день рождения Тимохи. Так вот, этот видос посвящен тому, как мы готовились и отмечали этот день рождения. Вас ждет нечто. И его ждет нечто необычное. В общем-то, сейчас я собираюсь, буду выходить из дома, пойду покупать подарок, потом заскочу к Оксане и поедем вечером в Киреевск. Так что это все вы увидите буквально через секунду, а для меня это будет через несколько часов. Давайте. Так, хорошо, а теперь делай вжу. Да, все, отлично. Так, я тут. Я тут. Вот тут. Еще раз? Нет, я думаю, нормально. Короче, да, вот, я у Оксаны. Все, Оксана, уходи. Так, Оксана ушла. А мы разбираем, что в итоге я купил. Во-первых, кружка. Во-вторых, кигуруми. В-третьих, надо убрать кружечку. В-четвертых, ватман. В-пятых, гробовая бумага. В-шестых, больше гробовой бумаги. Так, все, мы с Оксаной собираемся. Точнее, сейчас Оксана вернется. Мы соберемся и едем в Киреевск. Увидимся либо по дороге, либо уже там. Все, молодец. Вот, короче, я приехал, а тут приперся он. Зачем ты приперся? Вообще, я хотел тебе сказать, что у меня сдох мой телефон на раскладушке, поэтому, если хочешь мне писать, то надо писать вот сюда, и хотел дать номер на всякий случай. Ага. Все? Ну, вообще, я не знаю, мне еще дома делать нечего, я вообще пришел посидеть, но если меня прогоняете, то ладно, как бы я прогоню. Да не, заходи. Окей. Если бы это были все мои хаты в Ктухах каких-нибудь, я бы уже победил 10 раз. Это. А ты сколько Алене дал? Да убери ты руку. Ты мне кадры испортил, это флекс. Вот Тимоха надевает носки. Очень прикольно, ребят, зацените надпись какая. Мы цари народ простой, на завтра не смотрели. Если это смотрит моя одноклассница, которая мне подарили. Ну-ка, погоди. Если это смотрит моя одноклассница, которая мне это подарили, ребят, вы лучшие, передаю привет. Я очень сомневаюсь, но на всякий случай. Сообщила. Все, можно я уже пойду, ребята? Уходи. У меня есть деньги, я не хочу платить натуры, и все, и пока. Так же по-новому можно попробовать и в мачлин. Да? Так мы в мачлин уже так играли, все, все. И еще во флаг. А дверь кто закрывать будет? Чего в трамвае родился? Нет, подожди, в каком-то там рандоме, я не помню, в каком. Не уходи уже. Не очень не хотелось. Пятница. День мы делаем вторую часть подарка. We'll be right back.
Давай быстренько обрезай снизу, из-под хвоста. Может, не надо из-под хвоста? Стой, 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 была где-то розовая полосочка. Была где-то розовая полосочка одна. Да, кстати. Может, чуть быстро не стало. Если что, она очень плотная. Возьми в руки и бей ее со всей дури. Слушай, Артур, я сейчас это... У меня есть палка в руках, я слышу, где ты. По-другому. Так, а что произошло? Продолжай. Я привык драться с этим, который не отвечает мне. Да, можешь посмотреть на свои труды. Дальше будешь бить? Все, хватит бить. Только не с тебя. Мы это вырежем. Мы это вырежем. Это такое, я должен это распаковать, да? Да. Какая часть рулась? Это, по-моему, это пузан. Левая грудь. Рука, да, еще. Первые пары копыт. Тимоха. Ну все, теперь иди переодевайся. Переодевайся. Вот за это очень обидно. Прям по-живому. А я говорила, что это вандализм. Прям с первого удара даже. Как по себе. Где копыта? За что так? Копыта? Копыта где-то здесь, очень полагаю. Стройные. А, точно. Ай! Хорошо. Там наверняка так. Есть молния. Там либо молния. Там две молнии. Две? Две. Да. Так, хорошо, я пойду. Тимоха, погодь. Сейчас, в этой комнате жениха. Неплохо. Это просто вот все, что осталось. А, и, конечно же, укротители единорогов. А что вообще присоединилось с пиньякой, пока я ебил? О, спасибо за конфетку. Она мучилась и страдала. Поздравляю. Я тоже на самом деле. Не, нормально, ты быстро определил, где она, так что... Ну, я примерно, да, я доверял своему вестибулярному аппарату. Я все-таки еще не пил. Это от нее. Ладно, а там... Фирменная упаковка. Спасибо, а там какие-нибудь типа рекомендации по стирке или хотя бы бирка на ней вообще есть? Никто не знает. Не знаю, я в нее не залазил. Ладно, а мне не так залазил, да? Да. Ну и хорошо. Ты будешь первым. Так это уже получается не комната жениха, слушай. Да комната единорога.
Я внутренне подглотил. А, слушай, она мне... Натяни просто. По идее, ее надо без джинсов, конечно, надевать. Да, блин, да кого это вообще волнует? Слушай, я этого... Все-таки я предпочел находиться в джинсах. Ты вот сможешь играть на столке в ней? В джинсах? В джинсах не уверен. Предлагаю тебе их снять. Я пойду поснимаю дверь с той стороны. Somebody. Это я. Блин, слушай, а там были размеры больше, кстати? Мне вот нет. Пожужжу пось плёзу. Красный. Я забыл другие жужжопозы. Ну как? Всё, они абсолютно кончились. Это прекрасно. Подними его, чтобы он был нормальный. Вот так нормально. Перерождение. Вот так светится. Вылезай из единорога, потом цветим. У тебя еще хвостик есть? Да. Да. Какой хвост? М? Какой хвост? Повернись. Тимох, повернись спиной. Балдежный. Наверное, надо было все-таки его пропихивать. Ой, ничего не надо, хвост круче. Кого туда придет хвост? Она похожа на плотоядную лошадь? Я ни разу не видел лошадь, меня раз в жизни она не ела. Ну, собственно, нет, я видел, но она не ела. Поэтому, как бы, знаний у меня в этом немного. Ну, я думаю, она по мне могла бы съесть что угодно, да. Так что, в принципе, считается. Подписаться на канал Трунь должны вы. И го-го. Что говорят единороги, я не знаю. Ну, теперь тебе решать. Скажи что угодно. Я уже сказал. Ха-ха, единороги говорят брух. Вы знали, что русский национализм это не так уж и плохо, ребята? Ну чё? Ну чё, одно... Смотри, ногой упираешь ему в зад. Так будет с каждым хейтером, Труня. Одной рукой не... Артур, нет, нельзя. Почему? Потому что... У меня блёстки на руках. Ну зачем вы на части его разделяете? Вы типа обогрели челлендершу или что? Зачем вы части его разделяете? У меня просто забираем самое ценное. Оксана сделала единорога и спит. Наелся и спит. Единорога убили. Блин, это сфотает, ладно, что для мемов чисто. Я думаю, надо все запечатлеть просто ради мемов. Потом. Главный мем. Прекрасно, это превьюха просто. Улыбнись. Прекрасно. А рок? Да, нормально. Мы почему я снимаю, когда мне неприятно. Ну, да. One hour later. Изначально было, мы косу выносим на плече, а нам такие, а вдруг бабушки не то подумают. И танец переложили, что мы сразу выходим с опущенными. И я такая, а вот... Подожди, а типа, а опущенные... Ну, ты... Для меня, я вот как бы не бабушка, конечно, для меня все равно, типа, если есть коса, значит, это смерть, ну, как бы, конфирм. Ну, знаешь, это вот смотря какая коса будет.
А у вас будет коса? Да. Возможно, у вас будет просто длинная коса из волос. Ну, извини, не соберу. Все скинетесь. Соберете одну косу. Вот. Вот так вот. Да, понимаю. Так, так. Ну, вот просто на протяжении учебы, вот школы, нас раза два, ну раз точно, в четверть нас говорят, типа, идем в театр. Ну ладно. У нас тоже такое бывало. Мы как-то, кстати, ходили класс, у нас было вообще великолепно. У нас просто, у нас же есть такая типа фигня, как презентация классов, когда мы просто примерно, под Новый год, нам просто говорят, типа, ну, ребят, короче, вы должны презентовать свой класс, ха-ха, типа, ну, там, выходить на сцену, делать всякую хрень. Как-то, я помню, давно в классе в шестом меня просто, типа, сказали, а так, я же рассказываю, да? Да. Вот, короче, мне сказали, типа, ребят, ну, у нас как бы накрыло выступление, поэтому вот ты, Тимофей, да, ты, короче, пойдешь, толкнешь там рычагу перед выступлением про наш класс. Я такой, ребят, спасибо, очень интересно, да. Ну, потом, вот, за 6 уроков что-то там накатал, что-то высказал, я же не помню, что там, ребят. Ну, сейчас вам спит, готовишься 6 уроков. Ну, типа, они сходили на первом уроке, а у нас было после шестого презентация класса. Вам сейчас свет не нужен или не нужен? Мы бы нужен. Не парились, наверное, ну, ничего не будем делать. Да я не знаю, у меня такая хрень, что, типа, если я знаю, что что-то мне грядет, я сижу и мандражирую, поэтому у меня презентация заранее, да. Вот. Ну, потом я помню, что у нас как-то тоже какая-то фигня с презентацией, мы что-то там то ли видео делали, то ли что-то выступали, я всегда не участвовал, а в последнем году совершил вообще акт самовольный и только ушел. Это очень старше для меня, как человек, который никогда не избегался. Да, я примерный человек. Дети, будьте такими же. Да. Избегать сорок. Да, я знаю, что странно звучит. Но... Посмотрим в глаза. Нет, своими настоящими глазами. Прекрасно. Подожди, так можно сделать его вот так. Браво. Типа, знаешь, черная полоска. Да. Я здесь жертва. Нет, поверни. Ты жертва, ты жертва. А он... Он! Он? Ну, вообще, я думаю, в отношении его будет жертва. Так. Так и было. Ну да, учитывая, что согласна. В смысле, 10 дней осталось. И я такая, мне стало ладно, потому что 10... Что-то надоедает тут, короче. И я говорю такая родителям, такая, вот, хочу уехать ненадолго. Вот. А они такие, если уезжаешь, то навсегда, я такая, в смысле? Типа прям вообще с концами, они такие, ну, по крайней мере, в этом году. Больше никогда в жизни не приедешь. Да. Ну ладно. Таня, можешь ли ты дать какие-нибудь советы на жизнь нашим зрителям? Такого выживания. Ну да, как бы, в общем, что-нибудь за свои 16 лет может. Можешь Нет, ничего не можешь порекомендовать, это хоть тоже рекомендация. Не рекомендую. Блин, почему ты вообще снимаешь сегодня весь день? Ничего не делаешь сам. Что вообще это? Я сам не делаю. Но ты не снимаешь. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Сюда в глаза смотрите. Это глаза лжеца. Это глаза лжеца. А это глаза лжеца, которые находятся в глазах лжеца. Нет. Меня здесь нет. Это нет. Вообще-то я целый один раз себя сегодня снял. Да, когда ты орал в микрофон про то, что ребята не хотели делать целый единорог, зачем я это придумал? Нет, нет. Я лежал на полу, камера стояла вот тут вот, смотрела на меня вниз, поэтому мне пришлось лечь ногами вот сюда вот мимо камеры и говорить в камеру. Неплохо. Очень странно, очень странно. Леня, ты можешь порекомендовать. Можешь ли ты порекомендовать что-нибудь нашим юным и не очень зрителям? Смотрите «Кризис Юнга», но с 18 лет. Не смотрите. Смотрите. Не смотрите. Смотрите. Не смотрите. Тебе нет 18, что ты тут. Ну, а я. Да, все! Справедливо, справедливо. Что вы можете порекомендовать? Я могу порекомендовать смотреть «Кризис Юнга», даже если у меня 18, на самом деле. Я могу... Ребята, возрастные ограничения — это не ограничение, это просто рекомендация. Вы можете смотреть, что вы хотите на самом деле. Даже кинотеатр, по идее, не имеет права восстановить. Ну, как бы... Не, в России имеют. В России имеют? Ну, тогда уезжайте из России, ребята. Вот это мой совет. Смотрите «Евангелион», ребята. Вот всем советую. Да, отбивай. Да, согласен. Ну, не лови, отбивай. Я не могу отбивать. Я... Так, подожди, что бы еще посоветовать? Что посоветовать? Я не могу посоветовать. Что посоветовал Еву? Я посоветую... Ну да, ну нельзя посоветовать. Нельзя посоветовать. Франкс. Да, Франкс тоже посмотрите, ребят, хорошо аниме. Так. Это очень контрастное, очень контрастное. Звоните, держит.
Андрей просто посреди ночи просыпается. Кто сказал про Франц? Андрей просто нарывается сюда. Тимоха! Так, все, Артур, хватит. Артур, давай, схватит. На сегодня хватит забитых насмерть единорогов. Ребят, не убивайте единорогов, кстати, вот сейчас совет. Я был молод, я совершил ошибку, да? Да-да-да, это было год назад, понимаете, я был так молод. Вообще не год, подожди. Короче, это давно было. Это было литерали полтора часа назад, да. Ну да, может полтора. Но это я был молод и глуп, понимаете? Тебе уже было 17, ты уже не глупый дракар. Не, подожди, но я все равно был моложе, чем я есть сейчас. Часа на полтора или на два. Уже клетки постарели. Да. Некоторые даже умерли. Я уже совсем другой человек, ребята. С обновленными клетками. Ты, Лёня, ты снимаешь, да? Да, я снимаю. Короче, Лёня, ты чувствуешь гордость за то, что все твои почти год работы над турнем привели именно к этому моменту? За меня ответит Таня. Таня? Повторите вопрос. Чувствует ли Лёня гордость за то, что... Подожди. За то, что весь его почти год работы над турнем, может, даже больше, я не знаю, привели к этому моменту. Ну, появление этого видео, очевидно. Это же будет видео, да? Похоже, нет. Думаю, да. Моргни два раза, если нет. Лёня, скажи. Ага, значит, нет. Да, Лёня? Нет же. Не, не думаю. Ну, он два раза моргнул. Не знаю, я вот чувствовал гордость своим месте, Лёня. Гордись за него. Да, Лёня, я горжусь тобой. Что там за звук страшный делаешь? Он пытается на тебя сфокусироваться, но не может тебя найти. Я без фокуса. Потому что меня не существует, камон! Ты с воздухом, кто мы, так кто мы, меня тут нет. Без фокусов тут. Таня, ты читал Солярис? Нет. А ты читал что-нибудь из братьев Стругацких? Можно? Нет. Нет. А ты Тимоха. Не читал? Читал ли я что-то из братьев Стругацких? Да. Нет, можно, я слушал. Пожалуйста, Коля. Что? Коля. Не то пальто, конечно, но тоже. А что слушал? Вот так. Ну, как минимум, сталкеры и еще кого-то. На обочине ты хотел сказать? Да, да, да. Я уже настолько давно слушал, что как бы все слилось. Ну как бы единорогов всем даром, и пусть никто не уйдет обиженный, я считаю. Ты да. Единорогов в камеру. Блин, поверни. Какие клевые глаза. Я знаю, они прям просто космос, вау, слушай, нафиг. Смотри на них, ты будешь видеть в них себя. Там звездочки, я знаю. Да. Офигенные. Да, это спасибо Оксане. Да, я так думал, Оксана, спасибо. Спасибо, спасибо. Нет, тебе спасибо. Вот так вот и получается спасибо, да, люди. За глаза. За красивые глаза, ну да. По факту вообще. Ну а что, глаза-то? Глаза красивые. Вот, мы говорим, ребята, кубик от Артура. Мне нравится, если честно. Ну что, уши же нам? Они просто... Беда с ушами. Совсем беда. То, возможно, по нему пару раз прилетела палкой, но мы об этом не скажем, потому что это будет насилие над... Потому что мы это покажем прямо сейчас. Все еще побольно. Да, ну, наверное, больно, посмотри на него. Ну не больно меня. Да вам обоим больно, я думаю. Ну-ка. Вам всем тут больно. У него рак только что. Так он её всё время творит. Надо... Он выглядит таким побитым. Интересно, почему? Думаешь? Лёня, что пьют коровы? Молоко. Звуки пружины такие прикольные. Коровы пьют воду на водопое. Неплохо, неплохо, слушай.
А у коровы нет забот. Классный такой мальчик, мне нравится. Ты уже это с позиции единорога оцениваешь, да? Тимохи. Кто такой Тимоха, это как бы уже не мне решать. Не мои проблемы. Ребята, я хочу сказать, что я с вами прощаюсь. Прощайте. Я устал. Нет, я не устал. Ну ладно. Так чуть-чуть. Вы устали? Я устал, да. Да, я знаю. Ребят, не устал. Оксана устал. Да, я могу сказать еще раз спасибо всем вот этим вот трем людям, да, и проделанной работы. Спасибо Андрею за то, что он меня поздравил дистанционно. Андрей, спасибо. Нам нужны вырезанные сцены в 4 часа длиной. Да, Андрей, как бы, да, самый безопасный. Он даже не трудился, тут 8 часов не карпатился, короче. Да. Что ты сел со своими глазами, Сач? Все, припадок получается. Очень символизируется, что мы пережили на этот день и за предыдущий, и за другие какие-то. Таня тихо охреневает. Единорог такой ходит с телефоном. Единороги тоже должны как бы связываться между собой, алё. Блин. Они маги должны быть. Что, мы маги, что ли, по-твоему? Волшебные какие-то. Что-то с облака упало. Это ты с облака упал. Сам ты с облака упал. Вообще-то не с облака, а с небес, потому что я звездочка. Вверх. Надо рок вверх. Он же еще в воду упал. Нет, единорог не расклеивайся, братан, все будет хорошо. Всем просто убеги в темноту, пока не поздно. Спокойной. Тимоха, он сфокусировался? Скажи, пожалуйста, что да. Погоди. Алло, а что такое? Я... А, нет, я случайно видимо прожил, ладно, как бы, карманчиком, не знаю, да.